приветствую тебя в столь позднее время. Есть реально крутая тема. Когда я увидел эти танковые наборы в Стиме, то ощутил, что мой организм готов к выделению семени. Итак, по порядку. Прежде чем начать, проверь, подписан ли ты на канал и прожат ли колокол. Проверил? Подписан. Окей. Теперь включи свой ПК и зайди в Steam. А если у тебя нет Steam, то скачай его. Ну а если у тебя нет ПК, то закрой нахрен ролик и иди спать. Далее, в Steam, в магазине найди нашу любимую, игру и пролистай до дополнительного контента. Вот тут-то и начинается настоящее шевеление гульфика. Первое, что ты точно получаешь, это 3 дня премиум аккаунта. Просто так. Берешь и получаешь. Господи, какой осел. Сказочный долбоёб. Ой, окей, 3 дня не так страшно потерять. Далее, за символические 61 рубль вы получаете коллекционный танк 2-го уровня, который в принципе нафиг не упал, но вы сможете его продать за 750 золотых, что на 700 больше, чем подарок от ВГ на юбилей. Плюс в набор входит еще 250 золота, 100 тысяч серебра и по 25 каждого вида редких бустеров. Ну еще и прикольный аватар-шлемофон сверху. За 61 рубль! Всего! Это почти на халяву. Ну и на этом еще не все. За 259 рублей вы сможете приобрести набор, в который войдет шведский танк 6-го уровня из ТРВ, хотя тут небольшая ошибка, его приурочили к 7-му, но это мелочь. 10 сертификатов на какой-то там камуфляж, хотя кому он нафиг нужен. Но слушайте далее. 30 дней премиум аккаунта, то бишь месяц, 1 миллион кредитов и по 100 редких бустеров каждого вида. А, ну и конечно же шлемофон. Каждый из этих наборов нереально выгодный, почти что даром. Поэтому, если ты ломаешь голову, где раздобыть 1000-2 голды или пару дней према, то вот тебе самое выгодное и дешевое предложение. Я не знаю, как долго будут эти наборы, но лучше тебе поспешить, так как, зная ВГ, халявы от них не жди. Ставь лайк и обязательно поделись видосом, чтобы все танкисты успели схватить халяву в виде 3 дней према. Ну а я побрел спать. Доброй ночи тебе. Пока-пока.